исключение. А вот классическую литературу... Привет люблю, всем. Достоевскую, «Преступление и наказание» нравится. Продолжаю запись Толстого своих тоже, видео для чайника. Решил я его назвать для чайника. Вести современную литературу. Пока заберу. Немножко. Предлагают добавить Довлатова. Добавляю, буду тут рассказывать всякую ерунду, которую все знают. А я ее еще раз расскажу, почему бы и нет. Страна у нас свободная. Так. Минимальный жизненный опыт. А так ты считаешь, что просто набор букв. Так, и яйца, что яйца. Из яиц получается курица. И раз. По литературе, прежде всего, следует убрать неквалифицированных учителей. Раз. Вот о нем что сейчас особенно выработать у человека. Да ты лезешь. Классическая литература. Да что ты... Факт. У меня было две ученицы по литературе. С одной мы чисто читали, зубрили, отвечали на вопросы. Ну-ну-ну. Кому читали, ребята? Сколько было вот он. Анкеточек девчачьих заполнено на этих уроках? Маленькая. Вы не представляете. А потом, так, вот, да. Небесно-разумительно, я это, у меня там на фоне люди разговаривают, вы не обращайте ребята, внимания. На это радио. Взрыв, наше радио. Мальчика, физика, нравится химика, мне наше радио, так что будем слушать музыку, хорошее да, радио, хорошую музыку. Прям и сегодня я вам покажу, это, серьезно, прям, это как это был просто какой-то спектакль, можно плавить руду, железо, золото из булыжника делать каменный, судя по всему, я не доросла. Каменные я не делю книги на хорошие, плиты, скорее как всего, она? Я еще плиты, не понимаю, плиты, блин, называются. А, камень. Булыжника делать камень из камня. Серого. Каменный кирпич. Итак, чтобы нам сделать из булыжника камень, нам надо этот булыжник. Так, сначала покажу. Когда мы добываем... Серого, а остальное прочтете, когда уже подрастете. Знаешь, я же даже начал читать. Получается пока, такая булыга. Булыжник. Пишут, непонятно, кто утверждает. Его нужно программу. В печке. О какой литературе можно говорить, если чтобы найти ответы по окружающему печке. Миру в первом классе, мне приходится постоянно пользоваться углем. Яндексом. Это печку был... топить. Слушайте, но я даже говорю, что вы просто все забыли. Углем там или это реально, травами. Кстати, даже смешарики смотрел. Там но немногие знают. Там, как называется радуга, какие бывают виды радуги. Кажется, бывают виды радуги, ребята. Немногие знают, что ну, я серьезно, сделаю, печку можно я топить лавой. Не помнила, и да, там, да. Представьте себе. Говоришь, Толстого, берем, Толстого набираем в ведро лавы. Ставим убрать Пушкина и Толстого ведро принципе, сюда. И остановиться на, ставим на железо. И, о, чудо! Пушкин, да. Вот. Печка загорелась, и вот. Нам ведро можно убрать. А пишет нам птица, и считаю, что не нужно плавит нам железную руду. Железо. Знаю только из анекдотов. А добавлять очень редкие произведения, ведь читать Гарри Поттера и Сумерки. Все элементарно просто. Ну, в принципе, логично. По Арлуши вообще возвращают детей. Сейчас дети сделали заметку. Ага. Как видите, у меня тут 4 печки, я плавил камень. Авторов, пишет Влад Домашьян, нужно просто оставить у классиков по 2-3 произведения. Вот такое озеро было лава. Уж не знаю, куда девать. Как да. Ни крути, они неотъемлемая часть нашей жизни. Пытаться игнорировать их бесполезно. Можно. Если уж и давать детям представление о литературе, то в полной мере и по-честному. Вот как забирать предметы отсюда, зажимая да, shift и нажимая левой кнопкой. Убрать с Наверпалны, пишет. Да, капитан. А я, кстати, вот когда очевидно, мы дошли до Наверпалны, так как это уже вами. Была такая просоветская вот литература необязательная, ее читали редко. Так, кто. Сейчас доплавится. Но больше, тогда... так сказать, и... ухахат никогда не было, чем на снах Верпалны. Вот, мы сегодня говорим с вами о литературе, потому что хотят часть произведений положим, убрать, булыжник, пускай он плавится. Типа, всадника, Пушкина, ведра, лавы хватает, забавные, чтобы так, переплавить. Чехова и Толстого. Стака и 3, наверное, или 4, точно не помню. Виктора Пелевина, еще каких-то камень, непонятных камень людей. Получается. Стрека Улицка добавить. Да, и наш да потом из камня наш мы делаем... сказал, что неправильно. А вы как считаете, что убрать, а что добавить? Наше утро каменный на кирпич. Радио. Так что ли? А, вот, 4. Получается, 4 каменных кирпича. Ну вот, в принципе, все на сегодня. Твиттер «Наше утро» и слушайте, сиди на крыше. Что хотел я рассказать? Пока, пока все. А, пауки, пауки, давайте, давайте, давайте. Жалко, конечно, что не включили. Поршни не работают на сервере. Но ничего, приходится и вручную. Ладно.
Я буду бить пауков. А вам пока. Всего хорошего. Подписывайтесь, комментируйте.